Привет. Значит, покажу юбочку от компании Faberlic. Юбочка. Ну-ка, поворачивайся. Юбочка. Артикул 19-32-20. Трикотажная юбка для девочки. Цвет черный. На рост 158. 100% полиэстер. 100% вискоза. Да, значит, вот эта юбочка у нас на 158 размер. У нас рост где-то на 160, на 160. Вот так вот по колено у нас получилась юбочка. Да, подкладочка. Вот это если... Поворачивайся. Угу. Так вот она выглядит. Вроде симпатичненько. Ну-ка. Так, подкладочка, это все можно выкладить там под низом. Такая подкладка. Так, ну-ка поворачивайся. Так, что здесь интересного? Значит, замочек. Сейчас покажу. Немножечко расстегну. Ой, ну-ка, помоги-ка мне. Вот так держи, а я расстегну. Ты держи юбку, а я расстегну по обе стороны. Так, я не расстегну, что ли? Так, ладно, мы потом сами это расстегнем. Значит, что здесь получается? Вот здесь по поясу протянута резиночка. Вот. И она, то есть, регулируется. Здесь есть пуговичка. То есть, резиночку мы затягиваем, и там дальше есть это отверстие для пуговички. То есть, если будет она широкая вам, да, можно затянуть саму резиночку. Вот так. В принципе, юбочка, вот эти вот блестюшки придают праздничный вид. Если честно, эту юбочку я взяла себе, но мне она, я в талии не вошла. Здесь я в талии не вошла. По росту мне хорошо. У меня как раз рост где-то на 158, а в талии она не вошла. Только еще разок повернись. Угу. Такая вот юбочка по колено. По колено вот она идет. Так-то симпатичная и праздничная. Тебе нравится? Оставим? Да. Вот, еще надо будет сюда подобрать тогда блузочку. Ладно. Все, спасибо за просмотр. Пока-пока.